О, скажи, пожалуйста, это мне в камеру, пожалуйста, эту фразу сейчас. Еще? Это тяжело для меня. Добрый день, друзья, у нас сегодня женская тренировка. Твоя цепкая. Девочки у нас тяжелоатлетки. Все шикарные. При поддержке наших любимых мужчин. Привет из Липецка, привет. Юр, сними меня. Я рассказываю. Включила перископ. Девочки, вот последний вес 22. Мы упражняемся. Вид мой не нравится. Что вы делаете? Мы делаем упражнение. Какое? С вот этой прекрасной штангой. Вы с девчонками, да, отойдите к девчонкам. Давай, перископ, перископ с девчонками. Я сама покажу. Покажи. Да. Девочек. Покажи девочек. Они занимаются. Девочки, так, сейчас у нас Настенька, ваша любимица. Одна из любимых, точнее. Каждая любимица. Это вообще у нас больше всех. Настя вообще сильна. Поехали. Вес штанги 22 килограмма. Анастасия Шарко. Йоп. Молодец. Ура. Давай. Медленно, медленно, медленно. Таз сзади остается. Стоп. Носки не отрывай. Все затяжешь вперед. Вот, сидишь. Плечи напряженные и бедра. Плечи и бедра. Подбородок вверх. Вот она. Вот это твоя позиция. Встань, отпусти. Отпусти. Пусть сама встанет. Ты же аутентический перископ. Мужчины в восторге. Оксана, зовут телефон. Вообще. Теперь я девчонок показываю. Вот Оксана. Да? Не, у тебя локоть включается. Кроме локтей больше стоит. Самое главное, плечи, наверное. Количество зрителей растет с каждой секундой. Девчонки, чем вы тут занимаетесь? Мы спортом. Отгадайте, чем занимаются девчонки на букву С? С? Сердечки пошли. Вот, все собираются, зрители. Да, хорошо. Вот тут девчонки у нас еще есть. Необходимая критика должна быть обязательно. Только не от тебя. Все у него. Занимается спортом. Вот. Отлично. Все перескоки у нас. Ого. Это бицуха. Ничего себе, девчонки, у вас мышцы, мускули. Ноги уже. Ого. Пятки вовнутрь. Женское тело, смотрите. Пятки вовнутрь больше. Не-не-не-не. Пятки вовнутрь и стопы шире. Не одно и то же. Стопы уже. Пятки вовнутрь. Разворачивай, разворачивай. Еще пятки. Во, все. Колени в стороны. Колени максимально в стороны. Максимально. Наклон вперед. Вот она, позиция твоя. Стоишь. Ноги прочувствовала? Смотри. Оп! Гибкая, да? Молодец. Что-то туда чуть-чуть шурнул. Епа под нее. Ничего себе вообще тащит, да? Вообще. Посиди, посиди, колени в стороны, грудь вверх, колени в стороны, все, не смотри, грудь выше, ты легла, вот, вот, вот она. Сейчас я почувствовала на колени нагрузку. Потому что ты сунула их вперед. Сейчас, сейчас. Слава, не трогай, не трогай, не трогаю я, Дима. А мне страшно, честно. Да, сзади остается колени в стороны, в стороны, стоп, грудь выше. Вот, это ошибочное мнение. Женщины далеко не слабый пол. Где-то ошибка. Наши девчонки очень сильны. Они за счет своих ягодичных мышц поднимут все. Вот они чем поднимают штангу.
Не руками, а другим местом. У нас самые красивые тяжелоатлетки в мире. Самые молодые, гибкие. Какая она штучка есть. Я отлично, друзья мои, отлично. Он в раю. Я вообще тут очень в хорошем месте нахожусь. Так. Солидно. Да, в обтягивающих лосинках, шортиках. Вот. Оппо. Руки прямые. Сегодня давай. Держи, пожалуйста. Лежу. Таз выше. Почему колени вперед сунул? Таз выше. Заднюю поверхность почувствуй. Заднюю поверхность бедра. Мне сегодня первая тренировка. Подбородок вверх. Давай. Ура. Молодец. Просела, мертвую точку. А что расслабилась? Мертвую точку поймала. Сегодня ничего. Сегодня ты молодец. Я тебе скажу почему. Колени вперед. Как наблюдение с той стороны бассейна? Ты уже мечтаешь присоединиться к нам? Мне пока остается подписать. Ничего, время быстро летит. Ты у нас вообще самая сильная. У тебя сегодня была тренировка утром, да? Ну, она такая короткая. Да. Так, это была наша Ирочка, жена Саши Шпака. Всем привет. Ты издалека наблюдаешь, не сводишь глаз. Спасибо, друзья. За ваши добрые слова. Я здесь немного тяжело дышу от этой тренировки, так как первый раз вообще что-то подобное делала. Олени, максимальный стоп. Стоп, наклонись вперед. Все, стоишь, почувствуй. До пяти посчитай. И с полной стопы ногами. Оп! Вот она! Yes. Мы уже должны тренироваться дальше, завершаем. Ложишься много грудью. Увидимся позже, друзья. Грудь подними. Вот, хорошо, садишься.